Представление участников весовой категории 94 килограмма. Адам Малигов, Russia, Россия. Ренат Киреев, Russia, Россия. Ахмед Саяков, Russia, Россия. Рамазан Расулов, Russia, Россия. Томаш Жилинский, Полон, Польша. Панатас Анушкевичус, Литвания, Литва. Рагат Сарат, Эджит, Египет. Энгигар Заир, Азербайджан. Thank you. Участники представлены. Только вы, центральный судья. Ткаченко, Украина, Украина. Викторович, Туркия. Лариса Изумрудова, Russia, Россия. Вахид Мазаров, Азербайджан. Резервный судья, Анатолий Ряцев, Russia, Россия. Чиф маршал, главный маршал. Дмитрий Смирнов, Russia, Россия. Тань Питер, программатист. Денис Ридер, Russia, Россия. Техника контроля, технический контролер. Эли Улаев и Юрий Славенков, Russia, Россия. Так, спасибо. Судьи представлены. На помощь штанга весом 150 кг. Адам Малигов, Russia. Костатен. Первый подход. Иган Заира с этим потом. Второй подход. Иган Заира. Иган Заира заявил 155 килограммов. Установите этот вес. 155 килограммов. Антобар. Томаш Жилинский из Реги. Готовится Томаш Жилинский. Томаш Жилинский, Полон, First Attempt. Да.
Savičius. Ukraina. Jos kata. Абдан Малигар, Раша, Сурт-Атак.
Третий подход Адама Малигова, российского спортсмена. Сара, все это Ченч,
Багдасар заявляет 168 килограммов, установите этот вес. Первый подойдет штанге весом 168 килограммов, а Рамазан Расулов. Это результат победителя в первом упражнении «Рывки».